номер 1-й вратарь Екатерина Миклашевич, номер 8-й Алсу Абдуллина, 15-й Анна Беломыцева, Морозова, 13-й Вера Симоновская, 5-й Людмила Шадрина, 7-й Ника Белова, 23-го Татьяна Морина, Елена Шестернева и Татьяна Эвадо. Ну вот такие. Сожалеть, что всего лишь 120 болельщиков разрешены на этот матч, потому что вывеска это всегда интересно и, наверное, в 2021 году уже не будет у нас вот таких сложностей и, наверное, команды будут получать ту поддержку. Защита обычно сборной России из Локомотива, а вот полузащита уже из ЦСКА, а дальше уже возможны варианты. Ну и Екатерина Миклашевич заняла место, находится у центрального круга. Все остальные игроки практически в штрафной, только на подступах Алсу Абдуллина. Подача на этот раз на ближнюю штангу. Удачно. И мяч отскакивает к Алене Беляевой после ее же удачного действия. Ну вот сейчас, сейчас идеально туда передачу отдавала. А вот стандарт. Алсу Абдуллин, давайте все внимание в штрафной Алены Беляевой. Вот такой вот навес. Беляева промахивается. По этому мячу сыграла. Алина Якупова. Прострел. И гол. Вот так вот Марина Федорова на ближней штанге. И теперь можно у номера «Зенита», которая получилась неудачным. Видите, все-таки смотрим за подачей Куповой. Да, она пошла читать, а Федоров... Ну и так достаточно, кстати, сдержанно отреагировала, в принципе, скамейка. Ну вот я так предполагал, что, возможно, кого-то из-за Эльбера Зиестинова будет мяч в игру вводить. Ну давайте для тех, кто, может быть, только подключился к нашей трансляции, она сегодня... Смотрим за подачей. Хорошо получилось. И Беляева забирает мяч. Уже на более привычных своих оборотах, в более привычной позиции. Туда нагружает. И какой удар получился у Абдуллина. Подключение Зиестиновой. Вот такой вход в штрафную. Удар. И Беляева отбивает мяч. Для поддержки атак. И Купова смещалась очень здорово. А тут получится, да, и Нелли Коровкина перебрасывает и забивает гол. Все. Счет 2-0. И здесь... Пришел на пользу, наверное, еще и определенный рикошет. Можем посмотреть мы повтор этого эпизода. Ну, Коровкина, как я уже говорил, наверняка получит свой момент. И вот сейчас как раз это и произошло. Ну, мы видим самое уже завершение, наверное, этой атаки. Перед этим там было касание, именно 88-я минута, и забивает Локомотив второй гол. Я, да, теперь задача. Каких-то, наверное, ошибок, а тут еще момент будет сейчас, и Лина Якупова врывается, и будет еще один гол, и забивает третий мяч. Ну все, вот такой вот уже риск был со стороны «Зенита», и третье взятие ворот, там еще и Черкасова могла, в принципе, к этому мячу успеть. Уже тоже завершение, по-моему, то ли Морозова, то ли Шадрина не дотянулась, и дальше уже мимо Беляевой пробили. Ну и тут футболистки... Локомотивы уже выходят так, даже, наверное, больше того, чтобы, ну, дать почувствовать. Дает эпизоду завершиться, и Беляева забирает мяч, ну, попала в объятия запасных. Ну что ж, друзья, все, завершается у нас поединок. Локомотив одерживает очень и очень убедительную победу со счетом 3-0 и набирает 25 очков до ЦСКА. 2 очка разницы, ну и, соответственно, будет команда Елены Фоминой чувствовать себя уже чуть-чуть поувереннее. Ну и теперь все, по сути, в руках именно Локомотива. Если команда одержит 3 победы, то она